Мы, граждане Кыргызстана, хотим обратиться к вам, граждане Таджикистана. Мы не хотим конфликтовать, мы не хотим обвинять, мы хотим поговорить. Сентябрь – это время, когда дети должны идти в школу, а не бежать из родного села, спасаясь от стрельбы и взрывов. Из-за многолетнего нерешенного конфликта многие семьи вынуждены смотреть, как сгорают их дома, а потом отстраивать их снова. Не говоря уже о том, сколько военных и мирных жителей, среди которых дети, женщины, старики, погибло за весь этот период многолетнего конфликта. В 90-е, во время гражданской войны в Таджикистане, именно наша страна первой откликнулась на помощь, приняв у себя тысячи беженцев и разделив с ними хлеб и кров. Они и по сей день живут с нами, в Кыргызстане. Именно Кыргызстан внес лепту в подписание мирного соглашения между сторонами конфликта. Вы знаете, что сейчас происходит в приграничных зонах наших стран. Войска Таджикистана вторглись на территорию Кыргызстана. Более 130 тысяч кыргызстанцев были вынуждены бежать от пуль и снарядов. Они бросили свои дома, свой скот, одежду, спасая себя и своих детей. Днем и ночью все кыргызстанцы собирают помощь баткенцам в надежде на скорое разрешение конфликта. Люди готовы отдавать последнее для того, чтобы никто не страдал. Есть погибшие, есть раненые не только среди кыргызстанцев, но и среди таджикистанцев. 9 месяцев – возраст самого юного кыргызстанца, который пострадал в результате военных действий на территории Кыргызстана. 15 лет девочки, которая погибла под обстрелами, спасаясь. Разве этого вы хотите? Разве такие воспоминания о своей стране вы хотите оставить? Разве кому-то из нас, вам или нам, хочется войны? Хочется хоронить своих близких? Нет, мы хотим мира. Давайте остановим это насилие. Не дадим отобрать мир у нас над головой. Мы не хотим с вами воевать и не призываем к войне. Мы призываем остановить этот беспредел, гуманитарную катастрофу. Так как мы соседи, мы жили, живем и будем жить дальше вместе. Не стоит заполнять нашу общую историю кровью и страданиями. Правители меняются, а народы остаются. Наше будущее в единстве всей Центральной Азии.